Полицейские нашли сына пенсионерки, которая живет в доме с семью козами. О ней им рассказывали в наших выпусках. Алина Фатеева на старость лет оказалась никому не нужна, кроме коз. Они заменили ей близких, с ними женщина делит дом, ужин и ведет задушевные беседы. Сына пенсионерки нашли по железнодорожным билетам, которые он покупал. Мужчина часто ездит на поездах. Ему 49 лет, зовут его Павел Фатеев. 2 года назад мужчина уехал из дома и с тех пор не выходил на связь. Его мать Алина Фатеева обратилась в полицию. Оперативным сотрудникам местонахождение сына было установлено. Заявительница была уведомлена о том, что сын передвигается по территории Краснодарского края. Зарегистрирован в социальных сетях, ведет активный образ жизни. Домой возвращаться не собирается. Женщина каждый день ждет, что сын вернется. Больше родных у пенсионерки не осталось. Она живет в ветхом доме с семью козами и еле ходит. Женщине трудно следить за домом и за собой, но животных продавать жалко. С ними она коротает вечера и ведет беседы. Соцслужбы Златоуста после огласки истории в СМИ предложили бабушке помощь. К ней направят серебряных волонтеров. Они будут помогать пенсионерке по хозяйству и приносить еду.